В завершении выпуска в спортивном зале Мирнинского политехнического института на днях прошла ярмарка учебных мест. Более 150 выпускников 9 и 11 классов ознакомились с возможностями получения образования от среднего специального до высшего. Августа Степанова расскажет подробнее. С какой профессией связать свою жизнь? Для старшеклассников вопрос актуальный, считают организаторы ярмарки образовательных услуг. Чтобы ребята могли сделать выбор заранее, проводят такое мероприятие уже 10-й раз. Наш класс пришел сюда, чтобы найти себе профессию в будущем, потому что некоторые ребята после 9-го уходят, некоторые после 11-го. Ну и каждому нужно найти свой путь, куда идти. В ярмарке вакансий принимают участие все учебные заведения района. Одни старшеклассники интересуются вузами и колледжами, другие выбирают дуальное образование. Теперь дополнительно можно получить профессию не только парикмахера, но и портного, фотографа, бухгалтера и даже слесаря по ремонту автомобиля. Мы имеем право обучать детей по 16 профессиям. На сегодняшний день преподаются 13 профессий, которые мы можем предложить детям. Один день на знакомство с учебными заведениями. За это время выпускники получили ответы на все интересующие их вопросы, а также консультации специалистов и профессиональных психологов. Центр занятости населения, да, военкомат, они тоже все учреждения с интересом приняли предложение. Вот можете видеть, какие красочные у всех стенды, все очень подготовлены и принимают активное участие. Времени на раздумья у школьников все меньше. Впереди итоговая аттестация в 9-х и единый государственный экзамен в 11-х классах. До них остается всего 2 месяца.